Всем привет! Как вы понимаете, я собралась на съемку, жду сейчас своих ребят. Мы будем снимать на мосту, у нас две девочки-модели. Съемка будет в таком урбанистическом стиле, в стиле индастриал, что-то такое. Надеюсь, все получится, как задумано. Всем привет! У нас уже следующий день, сегодня пятница, 1 октября, на улице просто чудеснейшая погода. Собираюсь в центр, мне сегодня пришло уведомление, я совсем забыла, вылетело с головы, что в Стокгольме проходит Stockholm Beauty Week, и сегодня последний день. И еще сегодня у меня встреча с моей подписчицей, которая живет здесь, в Стокгольме. Мы уже раньше хотели встретиться, но у нас, к сожалению, не получалось. И вот этот день настал, поэтому у меня вдвойне хорошее настроение, передаю вам также эти флюидики. Хочу вам совсем быстренько показать, что сейчас на мне. Это мое любимое пальто из Zara, которое я вам уже показывала. Джемпер кос с длинным рукавом. И внизу у меня идут вот такие вот как бы леггинсы с H&M, со штрипками и лоферы от бренда Copenhagen Shoes. Очень сильно они мне нравятся, вот я не перестаю повторять. В дополнение я беру свою любимую сумочку из Arket, я ее тоже просто обожаю, и обычные классические очки в черной оправе. Ну что ж, вот я уже и на месте. Сейчас будем вместе с вами смотреть, что здесь интересное, что нам расскажут. Заколки. Так, это что-то для волос, для лица. Уходовая косметика. Сейчас пойдем на ту сторону посмотрим. Ну, посмотрите, как все мило, красиво здесь украшено. Если честно, пока плохо ориентируюсь. Так, здесь уже что-то такое аппаратное. Как интересно. Смотрите, какой массаж. Короче, у меня сейчас пока такое обходной, я все присмотрюсь, что здесь, как здесь. Это вообще выставка проходит в здании Конгресс-Сити. Смотрите, как здесь красиво. Красивое здание. Ну что, я надеюсь, наверху там что-то есть. Ну да, сейчас будем смотреть. Вот это я люблю, чайки всякие, масла.
Вот что значит, когда уже больше интересуют не крема, а какие-то масла. А, это, кстати, да, это мыло. Короче, буду смотреть. Да, как вы тесты? Ja, den här räcker för båda dina händer. Så det är vispat chia, smör, mandel och kokosolja. Короче, боже мой, здесь столько классной продукции. У меня прям разбегаются глаза. Я уже купила себе этот крем. Вообще, конечно, чувствуются натуральные ингредиенты. Надеюсь, все понравится. Эй! Смотрите, как красиво! Надо мне снять что-нибудь для Инстаграма, потому что я постоянно снимаю все для Ютуба в Инстаграме, как будто бы я вообще нигде не хожу, ничем не интересуюсь. Ny serie med probiotika då i hela serien förutom serumet som har då olika oljor som lugnar huden. Du har jättenaturolja till exempel, jojoba och sen är det två olika sorters krämer, en lite kraftigare och en lite mer med moisturizer, lite fukt. Sen en galet fin mask med hampafröolja som lugnar huden. Det är egentligen den första hudvården där det är för känslig hud fast med aktivt för anti-age också. Så ja, det är lite kul. Och då väljer man en nyans härifrån. Ta på det på läpparna eller bara håller det i handen. Och så kan man ta en bild framför vår vägg och lägga upp på Instagram. Och så får du även läppstiftet med dig hem. Короче, я здесь присела немножко. Я хочу сказать, что от Oriflame не денешься никуда и никогда. Они меня здесь, короче, поймали, накрасили мне губы. И я, короче, сделала сторис с этой фотографией. Вот такая вот темная повада. Я, конечно, такие оттенки вообще не... Даже, если честно, никогда не экспериментировала. Но смотрится так, не знаю, на любителя, скорее всего. Вот. Но я сразу, знаете, вспомнила... этот мем, да, там кто-то типа на Марсе, там что-то такое, и там консультант Oriflame, вот это вот реально, это на самом деле, они везде. Так, конечно, красивое здание, видите, здесь такой стенд. Ну, я сегодня одна, поэтому фотографий не будет. Вот. Вот, кстати, этот бренд L'Oréal, я не знаю, как он правильно называется, но я покупала масла, по-моему, я брала органовое масло, очень классное. Вот здесь вот сейчас, кстати, можно что-то присмотреть. Галина, я вам представлю. О, лите гранка. Это итальянский худжвор. Все эти продукты номинированы в Stockholm Beauty Award. Маркет это Baggeggi. Ett italienskt märke som startade 1975, ja. Men nu har vi tagit in det i Sverige. Vi tycker att det behövs mer italiensk hudvård i Sverige, just den här lyxiga känslan som Italien vill föra fram. När man, liksom man öppnar produkten, ser ut som en ros, och sen så till att man tar den och dofterna, så det är kraftigt. Det är inte alla som gillar det, men det är Italien. Det är en resultatinriktad hudvårdsserie som heter Gilda Liljeblad. Ja. Det är ett svenskt märke. Vi är samma koncern som Gildaskolan som är en av Sveriges största utbildningar för hudterapeuter. Och det här är vår egen serie med en sexstegsrutin med rengöring, ansiktsvatten, serum, ögonkräm, ansiktskräm och masker. Короче, я уже все освободилась, иду на встречу с подписчицей.
Надеюсь, она не испугается моих таких губ. Кстати, как вы думаете, вот эта помада, значит, это помада The One и Ultra Mocha. Вот она. Короче, вот так вот я выгляжу. Нет, ну в принципе под светлое пальто, мне кажется, подходит. Вот. Я же вам совсем забыла сказать. Это бабушка, да. Ходила тут все, я думала, уже пакеты сейчас мои начнет турмушить. Короче, представляете, я встретила девушку со Швеции, которая занимается визажом. Вот мы просто так разговорились с ней, И она, короче, такая классная. И мы обменялись контактами. Я ей рассказала, чем я занимаюсь, она чем, короче, она показала мне свои работы. И вот мы, короче, обменялись контактами. И уже, как бы, ну, возможно, даже планируем какие-то вместе проекты, потому что мы так чуть-чуть обговорили, это супер круто, супер интересно, вы не представляете, меня настолько переполняет позитивы, хорошие эмоции, это вообще просто сказка. Побежала я уже навстречу, потому что мне кажется, я уже даже могу опоздать.